Блин, ты слышишь, какой у него прокуренный голос, прям мужицкий такой. Вот челу где-то тридцатник точно есть. А он и мам анимешник. Ходит в виде аниме, ты понимаешь? Да ему не 30, ты шо? А че у него голос такой басистый? А у кого такой еще может быть басистый голос? Да ну ты... не 30, ты шо? А сколько? Ну, просто бывают люди, которым даже там 16-17, у которых такой прокуренный голос. Ну, у тебя ведь не такой прокуренный. Потому что я сигареты не курю. Ну, если ты не заметил, то у меня даже в прошлом году был более грубый голос, чем сейчас. Вот в основном... Потому что легкие восстанавливают. О, Саня, твой перс подошел, смотри. Где? О, Саня, иди сюда. Да куда ты прыгаешь? Покур... Да подожди, стой, обернись, Саня, блин, заманал. Иди сюда. Во, смотри. Смотри, кто пришел, Саня. Да я не вижу тебя, ты где, ты чёрный? Да вот он я, смотри. Вот, смотри. Лайк тоже будет. Have a good meal, bro. Мада Раша, е-е, Путин, водка, балалайка, бир. А как бы знаешь? Ва? Чё? Знаешь, как будет? No, you know. You know Russian language, man. Салибрух. Он говорит, он не знает. Хотя бы одно слово. Maybe want... a word, some words. Maybe some words. Some words. Some words. I know none. Ты его заманал. И все за тобой сразу побежали. Я, короче, паркурить буду, смотри. Смотри, как я... Почему я такой медленный? Я тебя снимаю, кстати. Давай. Мувик сделаешь из того, как ты паркуришь. Нормальная тема ведь. Чекай вообще, какой я паркурист. Знаешь, что есть такая комната, где можно взять микрофон, и твой голос будет транслироваться через колонки. Там еще да. Анекдоты рассказывают. Ну-ка, погодь, я может найду этот мир сейчас. Так. Чекай, какой я вообще паркурист, я манал. Да, ты банихопер, что, блин, знаешь. Я упал немного. Почему все так темно? Сейчас, подожди, я шторы закрою. А то мне светит сильно. О! Саня, не хочешь в караоке попеть? Чего ты говоришь? Что? Саня, ты здесь? Сейчас я. А, это твой голос был? Я думал, нифига себе, что это, почему у меня голос как у меня был? Балдёж. А я этот закрыл. Ёпта, что там за тучи такие? Кизару, иди сюда. Ща. Я тебе портал дропнул, ты сейчас будешь я петь, так короче. Манал, вот это, я так манал вообще, вот 17-16, вот типа, вот 5 часов, потому что у меня постоянно начинает слева светить прям солнце, вот именно мне прям в компьютер. Вот у меня всегда вот такое вот, вот примерно вот в это вот время. Да ты чё, а мне кайф, у меня вообще все шторы закрыты, мне ничего не светит, у меня темно, как в танке. У меня тюлень этот... Шторы спереди, а тюль слева, получается. У меня балкон. Ё-моё, куда я попал, Саня? Ты где? Мне страшно здесь. Сейчас я буду петь. Тут ребята действительно пытаются петь. Смотри, тут есть микрофон. Саня, тебе нужно взять миг, короче. Сейчас. Тебе нужно взять миг и начать петь. Да, действительно, можно, значит. Ё-моё, тут ребята просто поют. Я, короче, с матюками буду петь, чекай. Саня, иди сюда, смотри. Да не туда, не в ту сторону. Саня, смотри. Вот сюда иди.
Типа я должен включить голос. Да, и прям туда петь. Жал возьми сидро, тебе честно. Что заказать вы называете? Две черных жирных суки, одну белую сет с сырным, остроазиатских сет с гладкой печь. Хорошо, все будет. Ты микрофон поближе подставь себе, чтобы было слышно. Давай, сука, живо. Расстегни ширинку и достань большой калибр. Мои ноздри белые, будто я на Карибах. И, сучья жопа, меня покорила. Моя жизнь такая, ведь я сделал этот выбор. То, что будет дальше, пошел нахуй то, что было. Моя жизнь... Чекай, сейчас кизару. Ой. Холла, упсмен, я сделал это снова. В девочке появилась только Смирнова. Loyal to the streets, я лоялен. Мой день идеален, мы отдыхаем. Микрофон поближе, Саня, микрофон свой, который ты, через который говоришь. Да не, свой... Опять скажу. Что мне сделать? Я не могу, ёпта, мне мешает. Чё, раз, Вася, дай мне мой микрофон. Ой, ой, у меня аж голос сел, подожди. Я тебе хотел сказать, знаешь что? Иди сюда вот, иди сюда. Сюда иди вот. Свой микрофон на наушниках, который свой микрофон к рту поближе поднеси. Новый дизайн. О! Рядом богиня. О, Саня, ты просто задаешь тренд. Проблема. Эй. 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 Лям накар, как звини. Новый дизайн, как звини. Лям богиня, как звини. Будь проблемы, как звини. Лям накар, как звини. Новый дизайн, как звини. Лям богиня, как звини. Проблемы, как звини. Эй, как звини. Новый дизайн, как звини. Лям богиня, как звини. Проблемы, как звини. Лям накар, как звини. Новый дизайн, как звини. Почему? Давай быстрее. Мы летим в губе, мои дети на ее губе. Едем в Петербурге, мой стрелок в Москве. Юго-запад, центр боя, мои стрелки везде. Все чисто, па! Моем планте, Йорл Лемон Гугли. Может, если хочешь, то загугли. Мы живем без пока, вы дохните от скуки. Это будет на 20 госпиталь. Этих центров, они госмари. Служат эти холокост. Когда в деле происходит холокост. Черный тихо надоел читать, что круче всех. Большой аппетит я постоянно очень хочу есть. Слава богу, моя муза всегда приносит мне на хлеб. Если ты со мной, то тогда благослови мой трек. Но в дизайне... Ты чё, попутал? Отдай мне мой микрофон. Отдай мне. Вообще, ты чё, концерт сделал? Ты чё только что полили, ты бы видел, я с этого так выпал просто, я аж со стула нафиг улетел. Чё ты не записывал? Да я записываюсь, чё ты не делаешь? У меня аж голос сел. О, смотри, он тебе микрофон даёт, Саня, он тебе микрофон даёт. Блин, ты у него забирай у него мику этого, Микки Мауса. О, давай, зачитай ему туда, Сань. Чё, мне надо что-то придумать, что я могу зачитать и что я знаю. Это что-то жёсткое. Свой микрофон поближе сделай просто, вот, который и ты говоришь. Я максимально близко сделал. И погромче пей. Вот сюда выйди.
Блин, а эта дева хорошо поет, кстати. Off-White Air Force. Эй, эй. В школе было очень скучно, и я тропил сулки. Мне кричали, ты больной, тебе надо... Слушай, стой, 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 притормози, шарманку, притормози. Саня, Саня, что? Притормози. Мы, смотри, сейчас с тобой просто сделаем красивую тему. Смотри, берем, заходим на любую карту, где побольше народу. Вот это, например, смотри. Давай. Ой. Подожди, ты хочешь, чтобы я там начал, типа, читать или что? Ты правильно это угадал. Ты сейчас просто будешь разносить публику. Ты готов? Иди сюда, Сань, залетай. Давай. Сань, залетай. Сейчас просто берешь, короче. Да подожди ты, подожди. Да подожди ты, не сейчас. Я тратил сулки, подожди, я тренируюсь. Мне кричали, ты больной, тебе надо в дырку, но теперь лежит лимон в моей Луи сумке. Off-way drip, Кристи сделал флип. На мне два брикета, прыгнул в ее джип. Кутип сделал флип. Береги мозги. Кристи любит только сучек, что мне дарят их. Я закинул перк, будь как зверь. Пала кости ходит, ага, теперь хожу в Шанель. Ты плохая, будто бы, будто ты атлет. Шутера все куча, смейно кожа, зашипел. Он не отвечается. Ох, ема здесь народу. Ема. Ой, я сейчас этого. Ема. Саня, ты здесь просто разнесешь публику. Шам. О, Рокет Шивон. Давай. Я буду этот. Ты где, ё-моё, я не могу тебя найти, погоди. О, подожди, может с колонки включить музыку? О-хо! Нифига себе, нормальная тема, кстати. Да, но только меня слышно не будет, наверное. Да не, я тебе скажу, будет тебя слышно или нет. Окей, ща, подожди, я колонку. Понял. Мама её забрала на этот... на отдых. Ну ё-моё, ну ладно. Придется тебе тогда так через телеф, телеф поближе к Мику и себя. Ты где, кстати? Что читать? Ты где, Саня? Я тебя не могу найти. Я после тебя прям. А, во. Ну смотри. Делаем тактику. Подожди, подожди, подожди. Берешь, сразу залетаешь вот сюда, вот в центр. Подрубаешь микрофон и просто начинаешь орать. Ты понял, да? Готов? Давай, залетай! Давай! Давай, Саня, ори, просто ори этому зло. Это трэп, йо. Она хочет трэп мой, забирай, 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 трэп, йо. Трэп, трэп, йо, трэп, йо. Она хочет трэп мой, забирай, трэп, йо. Она хочет трэп мой, забирай, трэп, йо. Она хочет трэп мой, забирай, трэп, йо. Трэп, 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 йо. Она хочет трэп мой, забирай, трэп, йо. Она хочет трэп мой, забирай, трэп, йо. Она хочет трэп мой, забирай, трэп, йо. Трэп, трэп, йо, трэп, йо. Майк Мэнит Брэс, это трэп доус. Коплю Мерседес, АМГ, Тхоу. Смотри на меня, мне бать лох. Это плей-офф. Саня, тут трэп батл, кстати, идет. Тут один у кого-то трэп играет. Она молит крутит звук, люди, но кинул таблы, не делайте. Она хочет трэп мой, забирай трэп, я. Она хочет трэп мой, забирай трэп, я. Она хочет трэп мой, забирай трэп, я. А теперь подойди кому-нибудь и спроси, как тебе мой рэп. Do you like my rap? Do you like my rap, man? Чего, да? Я просто карал в этот микрофон, мне кажется, сейчас приду со смехом. Ой, ма. Ой, ма. Ой, ма. А я скрыл тут.
О, бутылочку не хочешь поиграть? Нет. Сорян, мы тут бутылочку играем. Саня, иди сюда! Я нашел для тебя микрофон! Где? Саня, я нашел для тебя... Подожди, это где? У меня минус голос. Ты где? Смотри, выходи вот там, где ребята вас тусили только что. Вот, иди сюда, смотри. Иди сюда. Просто, смотри, залетаешь сюда, вот видишь? Смотри, Саня. Давай, фигач. Вы готовы? Давай, Саня, за разнеси рэп-контору эту. Снимай, Дамя, открой рот. Не, я не могу это читать. Нет, не настолько еще прошаренный. Не залетел на биток, давай по новой. Грин, дядя. Go smooth, check your price. Не раздевайся. Куришь пирич. И топ мой низ. Hey you. Грин, дядя. Go smooth, check your price. Не раздевайся. Куришь пирич. И топ мой низ. Цены до низ. Хочешь напиться? Эта девица выглядит очень ярче, как пицца. Что на ресницах, слезы мешает ими хлопать. Ты упала на лоб, я боюсь их с любовью. И своей слюной лечит мой член. Хочешь заняться собой, прежде чем лететь. Я молодой, это проще чем. Я бы мог хотеть в этот чудесный день. Почему бы тебе не закрыть свой рот? Что-то будет открыть, это самый пол. Да я тратился новый бог. Не стоит больше, чем 10 минут. Ловит кайфы, будто под бетон. Зацепившись в коллапс, луй бетон. Я ценю играть, но играю в бетон. Сама с собой. Оу, это холл. Музыка стол, она там. Я и там топ. Уберись в нём. Её каньон. Мы не вдвоём. Курю подъёт, блюдю так, блёд. Хэйю. Блин, дядя. Go smooth, check your price. Не раздевайся, куришь курич. И топ мой низ. Hey you, green дядя. Go smooth, check your price. Не раздевайся, куришь курич. И топ мой низ. Что, нормально? Я что, со стула упал нафиг. Ой, блин. Что, нормально? Да я со стула упал, има. А что тебе, а что там такого смешного? Вообще нормально зачитал. А, ты потом послушаешь это. Ой. Что, сука, ты все пупка? Ну, знаешь, ну, конечно, ты не певец, не Витас, но, знаешь, залетел нормально. Это хоть записывается всё. Почему бы тебе не закрыть свой рот, чтоб потом его открыть и не отсосать мой болт? Лежит яйца, играет бадминтон. Сама с собой. Ой, ема. Саня, погнали в другую комнату. Я сейчас найду русскоязычных. Давай. Сань, сюда. Ух, ема, Саня, я, конечно, так долго не умирал. Я ж... Фух, блин. Да я наглый пипец вообще в таких играх. Зафигли тебя просто. Так, куда здесь? Я помню, как этот, как Заруга... Ты куда зашел, в пятерочку или хрущевкой?
Ну, ты куда ты мне кинул, то, что ты мне дал этот, я туда и зашел. Ты я монитор обплевал весь. Нет, ты читал, конечно. Я, конечно, может быть, своими урами перебил, но я старался как можно тише орать. Ты мне мешал конкретно, как ты там ржал. Что, куда? Я тут... Так ебаная... Пятерку погнали. А, нет, погоди, в Хрущевке. Или нет? Не, давай в пятерку. Ты себя потом послушаешь. Я тебе отвечаю, блин. Это, конечно... Я тебе потом покажу. Это... Ой. Ой, я аж, блин, упал потом. Блин, я спиной стукнулся. Это наркоз на меня так влияет. Ой, ну ты нарик. Уф. У меня аж голос сел немножко. Эта девица выглядит, будто протухшая пицца. Я выгляжу как синица, но дайте мне пропиться. От пицца. О, Саня, русский, Саня! Подожди, у меня грузится. Ема, Саня. Я знаю, что тебе надо сейчас будет залететь. Ну что? Ты готов залетать и разносить Републику? Слушай, может быть, ебанько спеть? Да ты можешь что хочешь петь, господи, это твой выбор. Просто здесь три ребята сидят, отдыхают. Тут ема дядьки сидят. О, Саня. Это тут, скажи, сейчас Авакин начнется. Может быть, я люблю собак, всегда готов. Да как сразу хочешь. Сразу трахнуть несколько котов. Да я зафил, не говори. И лучше мне собачку подари. Шо, куда? Ну, ты загрузился? Да. Выходи с падика. О. Как? Вниз просто иди. Вот, смотри, видишь, тут ребята стоят. Опа, вылетел! Вылетел! Кто? Ты. Я тут, на месте. Нет, вот в смысле, вылетел к ним, я имел в виду. Добрый вечер. Или день. Этот батрак, плебей, батрачу просто всю жизнь и все. Шо за вачанин, да? Ну, типа того. Жалко тебя. Жалко тебя. Батрачу и все. О, блядь, такие школьники, блядь, и штивенцы, блядь, говорят, мне жалко. Попробуй, заработай хоть 1000. На каком заводе работаешь, дядь? Смотри, как я... Смотри, ёпта. Чего? Смотри, как я тут этот... Чё? Дядь. Ну, смотри, ё-моё. На каком как заводе тут... работаешь? Давайте. Россельмаш. О, знаю такой. А что? Да просто интересно стало. Ну, ты видишь, как я тут бегаю. Что-нибудь рандомное? Так я рандомное такое умею. Да я зафил, не говори. И лучше мне собачку подари. Опа. Да я зафил, не говори. А ты умеешь так играть? И лучше мне собачку подари. Конечно же нет. Я криво живу. Я ко всем тут подбегаю и начинаю петь. Ну блин. А ты вообще на каком музыкальном инструменте можешь играть? Нет. Не, могу рисовать, но не музыкальный. Могу копать, могу не копать. Я умею играть. Кистью там, карандашом чем рисуешь? Плагины, может, я хуй знаю. Держи, это тебе тележка. Что нахуй не тележка? Русь, ты это видел? Да, я это заснял. Я заснял это, ё-моё. Ой, ужас какой. Ну да, тебе, собственно говоря, тележка не нужна. Не сможешь закупиться на всю тележку. Капец, я наглый, серьезно. Блин, слушай, прям как в Аваке. Тут баскетбольное кольцо есть.
Русь, ты где? Тут баскетбольное кольцо и мячик какой-то. Я не вижу, где ты. Я вот туда вот, где шлагбаум забежал. А, понял, сейчас. А, я в мангале поджёгся. О, Саня. Саня, здесь люди, смотри. Где? Здесь мышка какая-то. Здрасте, здрасте. Здорово. Здорово. О, а ты куда бежишь? А? О, Саня, беги за ней. Здрасте, я Саня. Саня, смотри, сколько здесь народу. Держи тебе семки. Набери семки. Саня, оглянись. Смотри, сколько здесь народу, Саня. Я упал. Подожди, я видел. Саня, иди сюда. Побегал. Нифига здесь народу, я смотри. Я уже побегал к ним. Русь! Чего? Смотри, где я. Где? На крыше. Где? На крыше. Я хочу попытаюсь залечить на Ростелеком. О, техподдержка Ростелеком. Здравствуйте. Здравствуйте, техподдержка Ростелеком. А вам новый тариф не нужен? Я думаю, что нет. О, Саня в списках донатеров. Спасибо. Не за что, ёпта. Не за что. Истинный русский. Истинный русский. Кто? Ой, здесь кот Вася, смотри. А вот смотри, я сейчас бутылку в кольцо. Я на кота сел, смотри. Я на кота сел и на тебя подожди, подожди. Я люблю собак. Всегда готов. Сразу. Здравствуйте. Несколько котов. Да я зафил, не говори. Ей лучше мне собачку подарить. Как ваши дела? Что делаете? А где работали или работаете? Просто на заводе. Тоже на заводе работаете? У вас половина, походу, заводчане, серьезно. У нас очень много работы на заводе. Ну, просто вот там ребята сидят уже, а там тоже на заводе работают. Ростельмаш. Да, я знаю. Ну да, я работаю на другом заводе. А на каком заводе работаете, если не секрет? Ты вообще кит или что? Ты кишка или кто? Пластмасса. Как еще раз? Завод пластмасс. А, пластмасс. И какие ваши задачи там? Если не секрет, конечно. Детали изготавливаю для Ульяновского автомобильного завода. А, вот эти панели. У меня назрел вопрос. Че он такой заманный? Реально заманный? Как ну, потому что ты ты знаешь, как там работать надо, блин, ну. Это да, понятненько. И сколько вам платят, если не секрет, в месяц? 20. О, вот это бомж! Печально. Или вам хватает на жизнь? Хватает. А, тогда может быть не все так плохо. Подожди, это твой комп стоит как 3 его зарплаты, да? Угу. Ну, не буду отвлекать. Приятного отдыха. Отдыхайте. Я телепортировался. Ты на него сел вообще только что. Я знаю. Не вам на сегодня.
Можете повторить, пожалуйста, я прослушал, что вы сказали. И вам удачного дня. Спасибо. Почему такой медленный? Так ты на кортах бежишь. Там кто-то в Японию хочет рвануть. Где? Какой-то там чел. О, мама идёт. Рвани, ё-моё, в Японию, всё. Слушай, а есть же мужские мейд-кафе, кстати. Ха-ха, про мейд-кафе говорю. Сейчас, сек. Что говоришь? Алло. Я тебя не слышу, Русь. Ну, принеси в комнату, ма. Ну ладно, тогда оставь пока. Ой. На моем аккаунте. Алло, да. Санчо, ты здесь? Да, я тут с чуваком базарю. Где? С каким? Бля, иди поспи. С каким ты там общаешься? Где? Бля, поспи, серьезно. Да где ты, ё-моё? А, вижу, вижу. Что, девочка? Нет, что та девочка. Скинь сиськи, скинь сиськи. Как дела? О. Нет. Нормально. Что происходит? Русь! Чего? Что? Что? Сейчас я скину. Че у тебя там? У меня, короче, все желтое и двигается экран. О, мне кажется, видюха на подходе. Не, это не видюха. Вот чекай. Это именно в самой игре. Я как будто бы что-то принял тут. Mm-hmm. Чекни. О, все, прошло. О, тебе надо было всего лишь попрыгать. Опять. Сюда не заходи. Я кого-то что-то принял, серьезно, меня уже тошнить начинает от этой фигни. Баскетбольный мяч, я нашел его. Идем баскетбол играть. Погнали. О, мышка за тобой бежит. За тобой мышка бежит. А, не, не за тобой. Опять, ёб твою. Россия говно. Да с Саней. Да ёпта, что происходит? А у тебя такого нет? Ня. Какого хрена? Мам, пикник вкусный, кстати. А что за пирожки ты купила? Ну ё-мо, я собаку не люблю. Держи, это, Лю, это тебе мячик. На. А там больше не было, только с яблоком. Какой-то с колбасой, ветчиной вроде один. На, бери мячик, держи. Мне так кажется. Ты с яблоком не любишь, Да не особо люблю. Ну как тебе бьюшь, так и купила, знаешь там? Ты мяч брать собираешься, нет? На, бери. Я зато разговаривала со Светой, с которой сын этот Дима.
Тебе мяч не нужен? А, она просто сказала, что он сегодня в ночь на работу, а где он работает? Он говорит, он подрабатывает. С 14 лет у меня. Где? Куда его выкинул? В 14 лет он ходил на биржу, встал... Алло, Руся, я не слышу. Да я здесь, сейчас, погоди, я с мамой разговариваю. Он говорит, на бирже у него, говорит, с 14 лет трудовая книжка уже идет, стаж столько лет, 7 или 6. У тебя она тоже, значит, должна быть. А... Ты не подрабатываешь, он говорит, он искал сам. Говорит, ну ему там повезло, и там его друзья на заселение не пошли, а ему в военкомате там какая-то должность досталась. А сейчас он подрабатывает, он же на холодильных установках учится в Петровском колледже. И его уже пошли какой-то работодатель локоть. Взял на работу. И он учится и подрабатывает. Нормально, тема. Это вот он попал просто. Вот папа говорит, попал. Нет, он просто искал. А она говорит, я даже не знаю, он говорит, ну, ты мне не задавай такие вопросы, говорит, я не знаю, он говорит, все делает сам. Сейчас погодь, мам. На какой лог пойдем? С заграничными или с русскими? Любую. Ну давай с заграничными. Русские не особо общительные. Да я заметил. Санчо, отойди немного назад. Русь, дай пирог мне. Вот ты бы лучше тоже не играл, а подработку бы себе искал. Ага, я искал, наберешь труда, там за 4000 пособно рабочие на ветеранов только есть. И то уже вроде как нет. А ты не докану телефон не стал, не ходи телефон. Вот я же где про этих несовершеннолетних. Ну, правильно, 14 до 16 лет. Он в архиве. А, смотри, девочка, в какой-то конторе или архиве, видишь, работает. Алло. Да я здесь, здесь. Ты когда туда зарить со мной будешь? Да сейчас маму договорю тут по поводу работы. Ну, короче, да. Собственно, я здесь. Ух, ебал, мне лагает. Мне тоже. Что здесь интересно, по телеку крутят? Дай Twitch. Что? Она говорит, что ты мусор. Привет, говорит. Здорово. Здорово. Здрасте. Здрасте. Скинешь сиськи? Ох, она. Что, Саня, подругами? Подругами что-нибудь? Не, ну вот такое вот аниме мне нравится, а вот... Какое аниме, погоди? Ну вот такое вот, как вот эта тёлочка розовая. А, анимешника за что ли? Не, ну это типа нормально выглядит. Да ты че, да ты че. А именно анимешников не люблю. Че, Саня, им подрубим? Подожди, а что это такое? Шо... А, о! You need hairbrush. Саня, я им знаешь, что подрублю? Я им подрублю свое видео. Саня, ты хочешь посмотреть видео немножечко? Или нет? Ну давай. Смотри. X равно 10. Пол. 4 пол. Мужской и женский, трап и транс. Понял. X равно 10. Перекрёсток. В этом точно что-то есть. Понял, да?
такая прям крышку брать. Пол раз, пол два, пол три, пол четыре. Заходим на ремонт. Мой телек, фига в руке. Неважно, заходим на новый канал. Заходим на оригинальный стрим. Алло, Русин. Ее. Алло. Да я тебя не слышу. Да тут угораю просто как этот. Что, а с чего ты угораешь? Да со своего сейчас видоса. А тут его не показывают. Вот. В смысле, его не показывают? Нет, его не показывают, я его не вижу. Вот, теперь показывают. Там видеоплеер надо нажать. Вот сейчас пошло? Да, видно. Что значит X? Перекрёсток, перекрещение плюс. Крест. Четыре пол. Мужской и женский. Трап и... транс. Сань, я знаю, что я подрублю. Почему я так плохо его слышу? А ты его здесь погромче сделай. Где? О, Сань, смотри. Сейчас будет видос топовый просто. О, Саня, мой любимый. Смотри. О, Мафия в Красе, я знаю это. Это в моем исполнении. Причесывай, да, причесывай. Причесывай, причесывай, дела. Ему тебя прорвало только что. Давай, причесывай, Сань, ну что ты стоишь-то? Причесывай, причесывай. Поближе, поближе. Серьезно, это она реально ногу в жизни поднимает? Да, так у них же фулл трек идет. У них, смотри, вот значит вот здесь вот присоединяются. Вот здесь присоединяются, на плечах, на руках. Ой, здравствуйте. И, короче, у них по всему телу идет трекинг. У тебя такого, конечно же, нет. Короче, смотри, подойди к ней перед лицом, прям и начинай причесывать. Что происходит? Я просто не могу. Подожди, я хочу шампусик найти, где он. Эй, блин, ужас какой. Во, Саня, смотри, это твой любимый этот прикол будет сейчас. Я его подрублю. Я ломал стекло. Я хочу сейчас забыть, и
Как ты это вообще включаешь? Руся. Как ты это врубаешь? Хочу бы эту тёлочек причесывать. Не нафиг. Ой, мне все уже. Дайте мне посе. О, Саня, шампусик нашел. Саня, на! Саня, на! На, бери. Все, я. Дайте мне прилечь. Как прилечь? Я не знаю, как прилечь. Дайте мне. Саня, давай за спецназ, за нас, за вас и за спецназ. Давай, один глаз на нас, другой на Кавказ. Держи. Может, тебе надо? Тебе надо? Алло, блядь. Держи. На. А, шо? Да, где? А? А, шо? Держи это тебе. Один глаз на нас, другой на Кавказ, на. О! За нас, за вас и за спецназ. И за Кавказ. Во-в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 о-
Дай мне немного. Я ему выкинул. Дайте мне. Ух, ё. Нафиг. Чекай, сейчас как выкину его. А куда я выкинул? За текстуре ты его выкинул, вот куда ты его выкинул. Мне так манает эта музыка, капец. Сейчас мы свою музыку подрубим, не переживай. Как ты включаешь ее? Тебе что включить? Ты не хочешь сделать караоке? Пегас включи. Что это такое? Песня так называется, давай. Ну-ка. От Форби, да? Ферби? Нет, Бегас по-русски. А, Бегас типа? Вместе, да. Soda Love? Да. Ты будешь сейчас караоке петь, да? Ага. Сейчас я тебя подрублю. Ты готов, Саня? Ага. Саня, ты готов? А? Да. Саня, ты готов? Да. Саня, ты готов? Саня, ты готов? Да. Саня, я не готов зато. Вот, теперь я готов. Все, пошел подруб на максимальную громкость. Саня, давай, разнеси публику. Добро пожаловать, Мак, Дитрон Питчес. Что будете заказывать? Че видишь? Вижу. Давай, разноси публику. Че, давай, сука, живо, раздени ширинку и достань большой калибр. Давай зубы делай, будто я на Карибах. Судьба меня покорила. Тебе сделал этот выбор. Я не помню. Кстати, хорошо играет. Да, нормально, колоночки здесь хорошие. Ну что-то ты не залетел немножко. Лайк.
Что-то говорит? Блин. Давай еще раз. What? Сейчас. Do you love this? Yeah. Yo. He's a singer, yeah. Yes, he's a singer. Kizaru, he's a singer. Включи Honey Skittle. Как-как? Honey Skittle. Сейчас. Сейчас залетишь, да? Расстегни ширинку и достань большой колеба. Да подожди ты, ё-моё. Саня, ты готов? Да. Давай, залетаем на полную, на полную сначала... мощность. Подожди, но это сначала должен... Это сначала будет Худрич Пабло Хуанчик, потом Кизару, и тогда я зачитаю. Ну давай, ты просто залетишь. Че, я текст найду? Ты готов залетать? Вам лучше помолиться, дети, право джаниться. Они думали, я сдамся, извините на их лиц. Никого флирта, просто хочу тебя трахнуть. Что пару линий Рэми Марса тебе на хап. Я влетел на хату, будто авиатор. Лапы моет папу, лучше не изли папу. Ты толкаешь ляп, парень идет. Быстро, не, не хочу. Ну, не нравится. Я уже всю ману свою в этот вот потратил, ёпта. Все. Что ты ржешь? Че так сидишь смотришь? А, понял. Подожди, а это реально они покупают вот эту вот VR, чтобы играть в VR-чат? Да. Многие ютуберы так делают, и на это делают конкретные деньги. И конкретные просмотры. Ты знаешь, что за рубежом VR-чат очень популярен, как у нас CS? Серьезно? Угу. Ты не видел? Нет. Никогда, я вообще... Фулл-трек дорогая тема, кстати. Так что здесь очень много ютуберов. И ты, может быть, даже какой-нибудь видос попал. Здорово. Здорово. Ты знаешь, ты похож на Додика. Ты как отрыжка какая-то выглядишь, серьезно. Серьезно. Шон Грин? О, смотри, он ручку взял. Почему я не могу ее забрать? О, рванул. О, коронавирус, смотри. Где кто? Вот он, коронавирусом стал. Коронавирус с карандашом. Подожди, это она реально сейчас лежит. Да. И просто руками что-то делает, серьезно? Да, да. Это full track, бро. Называется. Она ты лежит отдыхает. Ты прикинь, если бы я так лежал, и мой батя бы зашел ко мне в комнату.
Ага, и он потом увидит, что происходит на экране, а он бы к тебе еще два раза больше вопросов задал бы. На вот тебе, Сань, на. Саня, на. Юнит? It's for you. А все, нету. О, Гавр Гуру рисует, нифига себе. Смотри, я прям подушку в рыло положил. О, нормально устроилось. Что рисует? Гавр Гуру рисует. В ютубершу. Вот, я тоже хочу нарисовать. Только не порти вот этот рисунок. Нифига он хорошо рисует, кстати, смотри-ка. Артист, артист, видно. Мне тоже хочется карандаш. Смотри, блин, нифига рисует как. Ема, нифига себе. Интересно, на компе рисует или нет? Слушай, я даже не знаю, как он рисует. Но он очень хорошо рисует. Да, у него очень четкие движения. Не похоже, что это на этом, на компе. Но он Гавр Гуру нарисовал. Нормальная тема. Надо ему лайк поставить. Ну-ка, это он сейчас кого рисует, интересно. Че ты там угораешь? Че ты попасишь? О, он Амелию рисует. Я понял. Блин, как он четко рисует, смотри, а ты глянь. Нема, нифига. Блин, холодно, нормально так раскрутилось. Нифига себе он рисует. А? Не. Я нормально, все нормально, я протер, все нормально. Эй, консол. Руся. А. Чё? Ты видишь, что я рисую? Что ты рисуешь? Посмотри. Ё-моё, а что ты перед ним рисуешь? А? Это ты. О, они говорят, что ты на русском, что приехаешь здесь. Почему я хотел нарисовать Кремль, но у меня получился какой-то писю? Подпиши еще потом, что это я. Что ты рисуешь? Я не знаю.
flesh, you were made out of plastic fake. I was tangled up in your drastic ways. Who knew evil girls had the prettiest face? You gave me a heart that was full of mistakes. I gave you my heart. За тобой смотришь, что ты рисуешь. О, это этот. Этот как-то помогло. Juice WRLD. Burn my head. Ты видишь, что я сказал? Эй, блин, отдай. Это вообще я принес. Отдай, ё-моё. Дай я тебя нарисую. Да дай я тебя нарисую. Иди дай, мне тебя, дай мне тебя нарисовать, а? Блин. Ладно. Дай я тебя нарисую. Блин. Короче, смотри. Блин. А в смысле, кто-то стер? Что стер? Кто-то стер мои рисунки. Нет, никто не стер, они на месте. У меня не, их нет. А, теперь нету, да. Вы чё, попутали, ребят? Так, я продолжаю, короче, рисовать. Эй, консул. Can you draw Manu Aloy? Знаешь, что я сейчас нарисую? For real, for real. So yeah, in memory, can you? Это Саня, что ли? Ламу какую-то рисуешь. Саня, на. Я рисую. Вот ты нашел себе занятие рисование. Дай я тебе нарисую. Понял, что это? Из ЧК 108 нарисовал кого-то. А, я понял, что это. Это и Саня. Это Саня ведь. Ну да.
said and done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. Demon. You found another one, but I am the better one. Что-то у тебя вообще все плохо с рисованием. Demon. Я не умею рисовать вообще. Подожди, я хочу кого-то найти, предложить ему... Погнали наверх, погнали наверх. Там наверху все. А как не перевернуть эту бутылку? Не знаю сам. А? Сам не знаю. Почему? Где все? Я хочу тёлочку какую-то найти. Погнали на другую локу. А, не-не-не, вот-вот-вот. You need абсолют водка. It's for you. Абсолют водка. Водяра. From Putin with love. From Sanya with love. Yes. Чё говорит? Говорит drink. Drink, drink, drink. Чё-то она не хочет. Она говорит, чё-то, кажется, не хочет. Смотри. Эй, что-то пишет AGD. Что пишет? Аджит. Мило. Аджит. Мило. Адмун Дискорд. Я Мано, что мне с интернетом? Тихо-тихо-тихо, не порти, он это, алоэ рисует. Я хочу ему испортить нахрен все. Не на, не на, не на, не на, не на. Он нормально рисует. Вот тебе можешь попортить. Forget me.